Приветствую вас! Между колес некоторых грузовых автомобилей, особенно скандинавских, можно увидеть довольно странное металлическое приспособление, которое напоминает то маленькое колесико, то барабан, а бывает выглядит вообще в виде шестерни. Что это за приспособление, для чего оно нужно и какую функцию оно выполняет? Это непонятная многим людям штуковина называется приводом Робсона. В водительской среде его еще называют медведкой. И устанавливается это приспособление в основном на тех грузовиках, у которых ведущий мост средний, а не оба задних. Было замечено, что именно такие грузовики, у которых средний ведущий мост, значительно теряли в проходимости. И особенно это было заметно, когда грузовик съезжал с асфальта и двигался по бездорожью. Или когда выпало значительное количество снега. Вот и приходит на помощь это приспособление с таким интересным названием. Ставится такое приспособление по одной штуке с каждой стороны грузовика. Вся работа этого приспособления заключается в том, чтобы передавать крутящий момент от колеса к колесу. Этим она и повышает ходовые качества машины. Появление этого приспособления на машинах не ново. Привод Робсона был изобретен давно и первоначально применялся в основном в военной сфере. Также это приспособление ставили на вездеходы, применяемые в сфере спасательных, научных, геологических работ. Ведь привод мог быть не только пассивным, как на грузовиках, но и активным, привод которого шел от двигателя. Привод Робсона, в свою очередь, передавал крутящий момент от двигателя двум ведущим колесам, что существенно повышало проходимость вездехода по болотам и бездорожью. Пассивный же привод зарекомендовал себя в качестве дополнительного оборудования. Его широко используют для усовершенствования многоосных транспортных средств, которые выпускаются серийно. Ведь дело в том, что это удешевляет производство. Дешевле поставить это приспособление, чем установка раздаточной коробки, дополнительных ведущих осей, что в свою очередь сокращает расход горючего. Ведь второй мост подключается при необходимости. Вот и весь секрет этого загадочного приспособления привода Робсона, в народе именуемое «медведкой». И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю всем хорошего, до новых встреч!